Что там, оператор? Картина маслом, как красота всегда. И елки-палки. Да красота не то слово. Славик, благодарочка. Мне уже столько людей пишут и говорят спасибо. Ага, те, кто не знает, Слава, лучший гончар города Одессы. Кстати, звонил сегодня и тоже говорил спасибо Липованчик за твою шикарную аудиторию. Люди звонят, интересуются, заказывают все комплекты. Ребята, это, все думают, что, короче, вот это и это комплект. Нет, это можно купить поштучно. Ага. А я в субботу, даст Бог здоровья и времени, съездим на барахолочку. Воскресенье. Ладно. Угу. Вот то, что я подумал, ты сказала. Ну-ну. Воскресенье, и возьмем тажин у него. Ты знаешь, что это такое? Ты забыл поздороваться, пока тут рассказываешь все. Да ты шо? Ах ты шо? Ай-яй-яй. А вы знаете, что значит пожениться? Такие начинаются дела. Но почему-то вместо единицы вона ему двойняшки родила. И вот уже ни чхни, не засмейся. Шипит она холера, как сифон. И Моня, ухватив себя за пейсы, заводит потихоньку патефон. Все будет хорошо. К чему такие спешки? Все будет хорошо. И в дамки выйдут пешки. Все будет шум и гам. И будет счет деньгам. И дождички пойдут по четвергам. Друзья, всем привет. С вами Денис Клипован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Сильно говорить не буду. Да потому что жара такая, что мама дорогая. Аж рот слипается. Оператор. Это какая красота. Шо а ну, ты? Эх это, ты. Это к нам так в гости будут приходить. Там, и долбить вот так вот? Ну, конечно, это же звонок. Хватит глушить людей. А, как приятно. И звук приятный. Угу. Короче, вот это как будто бы тройка с бубенцами. А я сейчас покажу, как должен звучать настоящий липованский колокольный звон. Смотри. Катюня, я ее наполировал, что пипец, ты посмотри. А, ребята, приготовьтесь, лучше присядьте. Аве Мария. Что это за музыка? Слышишь? Аве Мария надо петь. Аве Мария. Не, она дольше меня работает. Таким мощь, благодарочка. С Израиля прислали, понимаешь? Катюнька. А, красиво так, слушай. Да я вообще балдею от этого всего. Ну это просто бесподобно. Ребята, короче, смотрите. Угу. Будем снимать опять одним кадром. Это, ну, многие ее уже видели, и многие за это нам сказали спасибо. Таки, пожалуйста, на весь мир. А я пошел дальше и хочу не просто вкусную яичницу пожарить, а замечательную картошечку. Сегодня из специй, ребята, ну ничего. Масло, добавлю немножко жареного. Ты что, чуть не гэпнулась об этот шедевр? Я тебе сейчас, тихо, подожди, я тебе сейчас покажу. Короче, вот мы были в метро. У Дениски Грилекса в гостях. Uh-huh. Я взял эту сумку. Uh-huh. Ребята, по деньгам очень такой достойный бюджетный вариант. Сейчас я покажу, что это. Настолько мобильный, настолько замечательный гриль. И тут Денис. Ну-ну, давай. Слушай, ты так будешь вздыхать, голодный останешься. Так вот я и чувствую, что я голодный останусь. Ты чем больше вздыхаешь, тем меньше там картошки. Радуешься. На тебя. Давай. Все? Да. Вздыхнула? Я уже в тенечке, так что нормально. Давай. Так я не тебе, я людям разговор разговариваю. Может, Алина послушает. Алиночка, передайте привет. Алина, маршал собственной персоной. И елки, и ты, палки. Ты что? У вас, слышишь, вы в унисон одеты. Алиночка, я ваши подтяжки одел. Или вы мое платье, а? Мы же не просто так, мы же готовились. Ты что? Ёшкин ты кот, бусинка. Не бусинка. Катюня, там точно картошки на троих, так что ты просто сегодня снимаешь. Что я хотел сказать, ребята, короче, у Дениса есть легендарный гриль маленький. Этот гриль у них прошел 10-летний экзамен. Они его полили. Путь, может быть, какой путь, экзамен? Наверное, да, только путь непростой. Короче, они этот гриль тестировали, я не знаю, его, наверное, только танком еще не переехали. Они его, знаешь, что сделали? Утопили в речке зимой на рыбалке и достали через 2 года. Потом забыли его еще там где-то в одном месте. Потом его, короче, там, что они с ним только не делали. Но я хочу сказать, что вот эта вот вещь с виду. Да, да, да. Так я и говорю, Деня, не давай мне тут новый, дай мне вот этот вот старый, чтобы я показал, что такое хаммер, неубиваемая вещь. Вот этот вот старичок в следующем видео, если все пойдет по плану, приготовит шикарную, замечательную вкусняшку. Смотри, он настолько элементарный и простой, что к нему
почти ничего не надо. Вот то, что пожарил, вот здесь и помыл. В этом поддончике. Баллончик маленький есть, все ингредиенты, редукторы есть. Но Деня говорит, что он жарит так, что сабер, конечно, там стоит рядышком в сторонке. Хотя я шучу. Сабер жарит сам по себе великолепно. Но вот это мне уже просто интересно. Насколько этот R2D2 дровосек пожарит идеальное мясо. Выбирай. Чикен курица или биф порк? Биф порк. Катюня, ты бачишь эту жизнь? Вот я второй раз готовлю на этой печке, и второй раз просто завораживает вот эта вот скорость. Точнее, ее отсутствие. Ты понимаешь? Угу. Это насколько благородно вообще все происходит, когда ты видишь... Мы правильно кофе варим. Да мы варим, не то чтобы варим, мы вообще просто именно балдеем и получаем удовольствие честный от всего... Честный продукт у нас с тобой. Процесса. Я тебе про... О высоком, я тебе о высоком. А ты мне... Угу. А я тебе... Поднимай. За то, что мы не скупердяи. Да нет. Я тебе не за скупердяи. Это значит, что ты правильно приготовил кофе. Причем тут скупердяй? Ну, а честный продукт? Ну, что, вот там, сказала, что там кофе, а не мочмала какая-то? Так, все, проехали. Ха, видишь, ты посмотри на нее. В последнее время нудный стал. Я? Наверное, возраст сказывается уже. Так что, то песня про бабу тебя? Да, про деда. Баба. Дедушка. Баба-деда. Дедушка. Баба. Баба-деда. Баба, 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 деда, 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 баба. Наливай кофе. Не, а французы молодцы, знаешь? Угу. Да? Да, любую чушь там поешь, вот им просто... А звучит оно как приятно. Ну, я слов не понимать. Какая-то сопелька там прилипла. Нафиг оно кому надо? Ты что, ты такая, ты если бы могла, то ты бы меня именно обос... С ног до головы, елки-палки. Ты что, ты знаешь, почему я с тобой в театр не хожу? Ты же мой мужчина. Знаешь, как почему? Как тебе? Что? Почему? Что у тебя денег нету? А, это так называется? Ну, наверное. А я думал по-другому. Иди сюда, я тебе приятно сделаю. А за театр мы с тобой дома поговорим. Угу. Надо было помешать Сергею. Катюня, смотри. Угу. Вот эта шапка по-братски. Ну, не знаю. Всем, видишь? А вот теперь я помешаю и долью кофе. Спасибо большое за чашечки. Ребята, вообще спасибо всем, кто нас любит. Даже если вы еще пока нас не любите, вам тоже спасибо. Я знаю наперед, говорю, потому что знаю точно, что вы нас полюбите. Чтобы вы нам были здоровы. Эх ты. Эх я, ну и аромат. Ребята, я туда кардамон кинул. Если вам попадется вот такие вот бубочки, вы не думайте, что это изюм испорченный. Это королевский кардамон, там черный. Кто-то писал, его надо раздробить, куда-то там рассыпать, растереть. А зачем? Ты один кидаешь. Я его там найду, покажу, вы обалдеете. Смотри сюда. Слушай, мы вообще картошку жарим сегодня или кофе варим? Смотри. А? Угу. Куда его еще дробить? Его расперло, что каштан, я не знаю, прошлогодний. Пусть полежит там. Давай уже ставь сковородку на огонь. В одной хавире повезло блатному Ваньке. Удачно он проворотил скачок. Он снял пивную в самом центре Молдаванки. Опача! Туда сходился весь пивной народ. А Зухин, эй, на Жмеринку поедет. А Кошин, гибен чемодан, и через 10 дней туда приедет. И будет кушать фиш и марципан. Ох ты! Что там, скажи мне, а тебе вообще какие-то куплеты в голову лезут когда-нибудь? Нет, Сережа, мне умные мысли в голову лезут. Кто-то в семье должен и думать, помимо того, что только петь. Ты балда, я пытаюсь сам себе диагноз придумать. Ага. Ну, типа, это что, это может это... Я тебе придумаю диагноз, нет забот. Акуна Матата? Акуна Матата у тебя, да. Алешка жарил на баяне, шумел-гремел, посудою шалманы в дыму, табачным, как в тумане. Там где-то тихо жарил Липован. Ты повторяешься. Ну, тихо, это не про меня. Шо? Угу. Повторяешься, по-моему, уже был сегодня этот куплет. Расстроился. Чи перебила. Сереж, у тебя все в порядке? У меня, да, это у тебя не все в порядке. Ты не понимаешь размаха и полета моей глубины доброты к тебе душевной. Ты думаешь, чего я пою? Потому что влюблен. В кого? В меня, конечно же. А ведешься так, как будто бы не в тебя. Так ты поэтому и влюблен, потому что я так себя веду.
А ты же мне сам говорил, что я как кошка. Кто, я? Я, ты мне говорил, да. То хвост поднимаешь, то опускаешь. Так вот тебе, пожалуйста. Я за другое имел в виду. Я знаю, за что ты имел в виду. За что? За то, что ты моешься, как кошка. Ногу подняла. И тихо. А что, даже кусочка мяса не взял, что нам вот под эту картошку? Ты что? И сальца нет, туда это чего? Катюнька, успокойся. Заезжал же Игорь Копченый вчера. Сережа? А? Пойдем хоть стройку покажем людям. Мы же, видишь, уже давно не показывали. А, да? Ну, ребята, да. Не пугайтесь, у нас там полный шикардос. По поводу кусочка мяса не переживай. Заезжал же Игорь Копченый. Я просто не хотел сразу показывать. Непонятно что, но очень вкусно. Да подожди, не торопись. Пусть лежит, просто тут такая температура, хотя оно вакуумированное. Давай будем идти, и захватим его в холодильник. Я люблю холодное мяско. Ладно, гай-гуй. Пошли. Кофе с турки. Ваше здоровье. Ребята, милости прошу, в гости. Да, в гости. Пойдем как люди. А как? Как Карлсон, через окно. Нет, ты стой здесь, я сейчас в холодильник положу то, что ты хотела. Ты идем. Хочешь так? Ну а да. Чего? А показать людям, как так получилось, что ты заказала окно, а из этого окна получились двери? Сережа, я же тебе говорю, кто-то в семье должен думать. Чтоб через окно ходить, как через двери? Вот могу спросить людей, может быть, кто-то мне посоветует. Что? Чем вот это можно облагородить? Потому что это кирпич. Катя, я хочу не спросить. Неси ахинею. У нас... мне не нести ахинею? Плиточки те отваливаются. Выковыривать по кирпичику сложно. Может быть, кто-то мне подскажет умную идею какую-то. Я об этом думаю. Можешь, я тебе подскажу? Подскажи. Заштукатурить надо. Мэй. Хорошо, заштукатурить. А как сделать, чтобы было красиво? Every night I'm feeding you, I need you, I love you. Рома, ребята. Короче, боженька послал нам Рому. Майлер штукатур. Оказывается, он был очень близко возле нас. Да? А как вот вообще, вот на самом деле, как все закручено, заверчено? Долго искали Майлера штукатура, а он ходил под боком. Нашелся, Рома, посмотрите, что он делает. Ты что, у них маленькая бригада, 4 человека, но ребята универсальные. Но чтобы вы понимали, здесь второй или третий день работает только один Рома. Посмотри, уже все стены под маяк выгнали. Ромочка маленький, ты, это ты сушишься, сушись хорошенький. На проводах, слышишь, что да. У него одна футболочка есть. Ладно, посмотри, обалдеть. Человек потеет, а если потеет, значит работает. Если работает, то можно и покормить. Вот тебе все. Эх ты, хорошо. Накормим когда-нибудь. Я немного... в шоке. Приятно удивлен, да. Стены потихонечку хорошеют. Смотри, какой слой. Какой слой? Красивый. Угу. Штукатурки. Ладно, все, показали, идем. Оставь покой. Ну, я, если бы смотрел сейчас телевизор с той стороны фильмоскопа, ну. Сказал, что ну что вы гоните, елки-палки. Я себе налил чая. А там люди пишут, борща. Показывайте стройку. Нам интересно, как все проходит. Ну, показала чуть-чуть, хватит. Все. Вот показали, да. Плитка, смотри, какая. Ой, ты шо? Теперь в этом доме пол мою только я, поняла? Хорошо, Сережа. Фу, блин, что-то не то ляпнул, подожди. В этом доме пол моешь только ты хотел сказать. Ты, ты. Ты. Картошку идем жарить. Рома, благодарочка. За удивительное я не договорил, что точно так же и плиточник, которого мы искали, уже все в Одессе, наверное, знают, что нам нужен плиточник. Их было очень много, ситуации уже были разные и нехорошие, вам этого не надо. У нас же канал только за хорошее настроение. Ага. И тут, короче, начинаем искать. Ехали мы, поехали куда? В Видеополь к Ане. Да, там, где розы, туда-сюда. Сидим, у меня воскресенье, голова болит. В субботу пиво попил. И также начинаем продолжать историю, где нам взять плиточника. Короче, как завертелся вот такой бумеранг. И выходим на Серегу, который живет у нас же здесь, в Большой долине, который нам писал под комментариями. Липованчики, плиточник есть, отзовитесь. Угу. А ты, оператор, читай мне комментарии плотно, понимаешь? А что мне еще плотно делать? Не пришла домой, это вот ноги мне намажь, спину мне потри, жопу почеши, спать. Что ты смеешься? Такий порядок? Отлично. Что моя печка? Так, я уголечки вот получается чуть-чуть подсыпал. Все.
И могу уже ставить сковородочку. И вот на одной закладке этих углей, а их здесь буквально вот такой сейчас, гулькин нос. Хорошо хоть только и нос. И мы и пожарим, а? Хорошо хоть только нос. Катюня? А. Из специй сегодня два вида масла. Ребята, одно обыкновенное, так, чтобы сковородку смазать. И вот это жареное, непростое, я вырос на этом масле. Любая яичница, любая жареная картошка, это когда заходишь на кухню, знаешь, а у тебя жарится яичница, и вот столько пены. Угу. Ага, оно не фильтрованное, короче, было именно то, что надо. А потом появилось вот это вот. Олейна. Что вы рассматриваете, Алиночка? Я смотрю, что мне такая штука нужна вообще. Вот это вот тажин вот этот? Или как он там называется? Печка? Что это, я Сережа? Я не знаю, как она называется, но мне такая надо. Так я обычно говорю, когда у вас день рождения? Хотя не надо, я знаю. Теперь я точно знаю, что вам надо на день рождения. Ага. Ребят, очень замечательный подарок. Если ты не знаешь, что корешу или чем подругу удивить, конечно. Даришь ей печку и жаришь ее сколько угодно. Ну, печку с подругой. Так смотрите, да, когда там света нету, допустим, бывает. Катенька, это удобно в машине. Кинул куда угодно, она валяется, вообще тебе не мешает. На любой заправке можно купить вот какой-то жменьку угля. А хочешь с собой возить, да? А я хочу тебе сказать по-другому. Вот нас, допустим, с мужем двое, да? Да. Ну, что мне вот, нас двое, я хочу кусок жареного, ну, там, чего-нибудь на улице. Чего-нибудь. Сделать. Я буду вот это вот все, эти, дрова. Ну, для вас это сложно. Заводить да. эту целую. А историю. Это попроще. Зачем оно мне надо? А вот это, Саша, углей купил, накидал туда и все. И потом все, я ушла, я заметала. Вы пока там Миланьку качаете, там вот я вам и людям, кому интересно, Славик Тажин. Ой, Славик Гончар, во. Вот у него там любой хиппиш и дурдом. Не, на самом деле, вот насколько приятно, что люди пишут нам комментарии. Липованчик, благодарочка. Славик отзванивается, говорит, Серега, очередь такая, что просто молодец. И самое интересное, что люди благородные у вас на канале. Угу. За что я снимаю шляпу? Я знаю, что вы на самые лучшие. Ага. Понимают, что дело это непростое. Что пока ты это все вылепишь, пока оно пройдет процедуру, там, закалки, отстойки, подождать, насытиться, короче, чтобы не треснуло. И только после этого, когда уже оно дойдет, именно, ого, как это, офигея, апофигея, ну, что? Короче. Когда оно уже будет готово, ага. Вот тогда он это дело и отправит людям, вот так вот. Кто-то написал комментарий, говорит, печку заказала, шестая по счету, сушится. Ну, я же за это и говорю, да. Эй, где мое, чем махать? О, а ты без махалки, смотрю, не можешь жить, да? Не, во-первых, это приятно. Во-вторых, ее можно развернуть вот этим вот угу. к ветру. И она начнет как доменную печь ее шкварчать. Да? Ты вот так вот немножечко делаешь. У меня уже картошечка. Мы сегодня будем жарить почти по технологии, как жарят во всем мире. Это как? А это когда картошечка у тебя постоит, крахмал в водичке весь уйдет. Надо ее сушить уже. Вот, я поэтому и сказал, что никаких технологий, ничего я сушить не буду. Вот Марат приедет, тебе скажет. Вот, ну, приедет. Марат приедет, пусть и жарит, елки-палки. Марат там уже летит. На парах. На крыльях любви. Ага. Слышь, чтобы он как Моисей, вот это 40 лет там не добирался. Сказал, Марат, сказал, давай в Израиле хорошо, в Одессе лучше. Ага. Слушай, а смотри, у меня огурцы. Давай. Уже со вкусом картошки. Снимай. Поняла? Там еще один. Я знаю, то тебе. Тебе дать? Не, я сейчас буду с картошечкой. Угощайся. Магазин тут липовал. Надо повесить такую кованую. Знаешь, ага. Как заходить так? Когда кто-то будет тебе заходить, ты будешь слушать такой звук. Во. Да? Да, а это точно. Когда мы подождем, когда... И ты будешь так об фартух руки. Иду, иду. Не-не, мы подождем, когда Марат станет старый. Ну, чтобы именно по классике жанра в Одессе. Что, и встречает старый еврей. Главное, выходит. Главное, чтобы у него... Ой, вы, что вам надо? А мы к Липовану. Ну, таки пройдемте. Так это, получается, дворецкий, что ли? Это просто друг. Да? Ой, Сережка. Так. Не, Маратик. Мы вам кресло-качалку еще обещали. Я помню. Да ты что ты из него делаешь, елки-палки? Ехай сюда, самый молодой еврей на свете. Давай к нам. Ты что, даже если что-то будет болеть, мы тебя вылечим. Ты заметил, что я даже не солю? Давай уже. Вот просто. Я выхожу на какой-то новый уровень, понимаешь? Да. Приготовление. Как с тем лососем. Лучший рецепт за всю картошку. Смотри, Катюша. А? Чипсы какие. А ты чувствуешь этот аромат жареного масла? Угу. Вот поэтому здесь специй и не надо. Эта картошка будет настолько, ребята, вкусная. Настолько пахнут детством, что вы себя даже не понимаете. Хотя я не знаю, кто в каком детстве, но точно знаю, что добрая половина наших подписчиков с этим маслом знакома. И знает, что такие на самом деле вкусно.
Это тебе не мивину кипятком заливать. Вот слава молочага. Слышь, а ну подожди. Что, Серёжа? Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересып обожают славу гончара. О! Шаланды полные кефали. В Одессу Костя приводил. Ич, ич, ич. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за буль... Ладно, 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 ребята, такие, извини, простите, извините, пожалуйста. Я, ну, хотел для вас петь. Давай. Извини, я хотела, чтобы... Нет, это не стоит извинений, это вообще ни в какие рамки, я просто себе запомню, хотя гейт не злопамятный. Говори, что ты хотела. Пошли, я хотела тебе сказать, предложить огурчики пока собрать, порезать красивенько, мяско порезать, чтобы уже все было готово. А что ты таким нежным голосом мной пользуешься? А кем мне еще пользоваться? У меня еще кто-то есть. Ну, пойди сама это сделай. А, не, они колючие, я их боюсь. Тебе же их не всовывать, елки-дыбалки. О, ты уже сделал? Я тут сделал перемычку, иди сюда, у нас тут кабак начинает расти. Ну, наверное, это вообще тыква. А что, кабак уже не тыква? А-а-а. Это горбуз. Королевский овощ на огороде. Ты что, не знала стих такой? Просто если он будет большой. Как он, но он такие базар. Будет большой. Он вот тут сверху у тебя будет висеть, и может тебе упасть по голове. Ты что? Ай, елки-палки. Вот огурец висит, ты что? А? Не видишь, что ли? Куда смотреть? Да вот, прямо перед носом. Ну, если что, у меня на жопе глазов нет, елки-палки. Я развернусь потом и посмотрю. А, у тебя тут своя технология? Да. Угу. Так. Сейчас солью, да? Ты же не забываешь, что мы уже здесь поели их сегодня. Прям, сколько мы там съели? Ну, внизу вон там огурчик, прямо 4, под твоей рукой. О, 4, 5. Вон там впереди еще огурчик. Катя, успокойте ваши таланты, елки-палки. Что ты тут, я жалю? Ты такой голос делаешь, как будто мне тебе тяжело отказать. Так я скоро научусь и буду тебя отказывать даже с таким голосом. Ну так и я научусь тебя отказывать. Ты что, забыла, кто из нас мужик? Я тебя спрашивать не буду. Подожду, пока ты уснешь, и все. Ты вот огурец Ой. Пропустил, рукой пощупал и пошел дальше. Вот это? Ого, бамбула, ешкин ты кот. Тебе хватит на сегодня? Нам. С Алиночкой? Да. Да. Ой, я таки извиняюсь спросить. За что? Вам вот этот? Консервная помощь не нужна? Надо, вот, все, какой-то. Есть а такой. А вот этот уже все, на семена уже. А тот пусть растет здоровый, да. Это мы Он еще... его для этого и выращивает, Алина. Я хочу. Я таки догадалась. Тем более наша мама такие любит, оказывается. Это под глаза. Тихо, огурец упал. Так, мы пока будем жарить картошку, у нас что-то еще вылезет. Салат. Слышишь, салат, а ну смотри. А? Ты посмотри на этот шедевр, Катя. У нас уже страшно, красивый. Иди сюда. Да я вижу. Да ты не видишь, ты стоишь, не хочешь сзади тебя пихануть разок. О, покажи. Ой, на твою похоже. Пахнет вкусно. Сережа, ну хватит уже, давай пошли картошку жарить. А вон маленькие дамские на пачки. На твою прелесть. Вот это то, что Леночка нам дала. Это самые вкусные помидорки на свете. Да, а это что, типа невкусные? Не знаю, они все вкусные. Они все вкусные. Перцы, баклажанчики. Ребята, все как дома. Да, вон уже и перчик. А смотри, перчик-то точно можно уже, наверное, снимать. Он уже рыжий стал. Так вот Алиночка недаром сказала. А это не острый? Нет, это какой-то маленький. Вот это чуть-чуть получше, смотри. Бать, ты будешь его есть? Не знаю. Еще порастет, жалко. Да не стесняйся, а ты хочешь такой, чтобы наш... Ну, конечно. Губы трещали. Ага. Ну так это от этих слив у тебя будут трещать, всякие здоровые. Угу. Много. Слушай, обалдеть, так вот выходишь в огород и забываешь обо всем, и ну и в баню ту стройку, короче, ну и что так долго? Да. Ой, зато огурцы у нас колятся. Когда-то да закончим, Сереж. Да. Смотри, какой у меня чеснок. Вот я бы этим не хвастался. Чего? Ну, дегенерат какой-то. Иди я покажу, да тихо не ржи, иди я покажу тебе, какой у меня персик. Иди сюда. Почему это у тебя? Ну, хорошо. Это у нас.
Да ты закрыла тень, эту красоту. Ты закрыла руками, пусть он там висит себе. Иди сюда, иди нам потрогай. Пусть у людей потечет, елки-палки. Я знаю эти персики. Сколько их? Всем в нашей семье по персику. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, три вижу, четыре, пять вижу. Ну, ты так точно, елки-палки? А ты что, ладно, пошли еще. Чтоб ты ночью не... Оксана Федоровна, Луцк, а? Так и ваша ажина прижилась и уже скоро дает нам плоды. Смотри сюда. Теперь мы не знаем, что с ней делать. Как? Есть, балда. Не, ну не надо ее красивенько там ее подвязать, там во все такие... Да все будет нормально. Иди, я покажу тебе то, что мы с Виталиком делали. Ребята, мы делали и наконец-то наделали. Ты посмотри, какие громкие растут. Надо поверху заново делать. Это не совсем, надо мне пройтись, короче... Секатор? Как это? Почмякать ему эти пасынки? Иди, я что-то тебе еще покажу. О, а где? Не понял. А вот она. Ты поняла? Ну, короче, что-то случилось. Вот та, что самая огромная гронка? Да. Да, ну надо обрабатывать, Катюша. Ну, может быть, там мучнистая тля или всякая такая гадость, не знаю. А что, ягодки отпали? Ну, не все выросли. Да не укай, и так за это скажи спасибо. Смотри, какие агрегаты здесь растут. Ты не трогай там. Пора траву покосить. Наверное, в траве хорошо было, Серега. Ну, очень было хорошо, посмотри. Ты посмотри, как его отвесило. Да, килограмм по полтора, они уже, а когда вырастут, вообще будут. А вот еще зарождаются. Виталичек, спасибо. Как это? Обработал виноград так, что аж хочется любоваться. Ух ты. Ты мечтала, чтобы вот так вот огурцами со своего огорода? А? Да. А что нет? Мечты сбываются и не сбываются. А я точно знал и не мечтал, что рано или поздно такое будет. Только ты не сильно ешь со стола и повытирай рот, елки-палки. Он у тебя хуже, чем у меня, когда я лосося пробовал, кукурузу ел. Нет, хуже того рта ничего не может быть. Ты шо? Ты с этим ртом еще целуешься иногда, ты что, забыла? Когда это было? Хуже быть не может. А? Ну, выруби камеру, я тебе сейчас как дам сейчас по губам, раз, губами. Так, Катенька, вот это для красоты какое-то там. Ну, цибульку обязательно добавим. Куда? Ты что, туда? Я надеюсь, ты же не против? Нет. Сегодня картошка. Самый домашний, приятный, вкуснячий рецепт. Вот так вот меленько. Что хотел сказать? Я такой, что у меня там еще пару яичек лежит. Тоже туда? Да. Ну это вкусно. У тебя в детстве какое самое было любимое блюдо? У меня? Да. Ну кроме мивины. Я не ела мивину. Ладно, хорошо. Тогда какое у тебя было любимое? Слушай, вот ты знаешь, ты меня озадачил сейчас. Честно? Да. Не знаю, наверное, картошка жареная. Папа всегда жарит. Иди сюда. Посмотри, это как у твоего папы. Посмотри, что это делает папа сковородка. Резал по-другому. А? Папа резал по-другому. Как? Как картошка фри? Да. С соломкой? Угу. Да ну. Ну это надо или в глубоком масле, или картошка я правильной консистенции. Я просто говорю, как он делал. Я не просто говорю, когда это все меленько получается, но потом немножечко в кашу. А это посмотри, что происходит. Слушай, обалдеть, как будто мы с тобой, я даже не знаю, где-то на природе, понимаешь, в диком месте. Вот даже глаза закрывать не надо. Вот пузик. Прям какая-то машина времени. Шо-шо? Ничего. Что ты про меня сказала или громко подумала? Что это было? Подумала я просто. Ну, мне стоит волноваться? Да что ты, конечно, не стоит. Катенька, а сейчас у многих там ёкнуло с той стороны экрана. Ребята, приятного аппетита. Кушайте намедленно, главное, чтобы вам, как это, все шло в пользу. Вот так. Не, ну я, может, парочку точничек забабахаю. А? Давай, раз сегодня рецепт домашний, и опять же, нам главное не то, чтобы рецепт домашний, картошку умеют жарить все. Насколько хватит вот этой печурки? Угля у нас много. Я такой, что, слушай, так это вообще я понял за что. А? Сейчас будет еще приятнее. Ты хочешь туда дрова положить? Так это даже тяжело дровами назвать. Это что-то такое. Ну, трава это для дрова. Это дрова это для дюймовочки. Маленькие щепочки. Смотри. А? Опача.
Это ж чисто поиграться. Одно большое сплошное удовольствие. Слава! Я надеюсь, вы нас смотрите. Я хочу вам сказать еще раз спасибо, вы придумали какую-то вечность. Как там говорят, хочется... Что там, как течет вода? Как горит костер? На это можно смотреть вечно. Как во. Танцует женщина? Слышь, у каждого своя вечность, елки-палки. Как молчит Липован. Угу. Ага. И как жарит печка Славика. Ты посмотри. Вот так ты в лесу. И тебе даже не надо идти по дрова. Ты просто вот где-то сидишь на жопе, так вот рукой полохматила, короче. А то, что мешало, кололо тебе в это в мягкое место. Досталось под себя, поломал. И начинаешь аккуратненько подбрасывать. Просто прелесть. Марат приедет, кайфанет. Марат, дам погонять тебе. Ну что, Сергей, будет ли у нас сегодня ужин? Ай, помолчи. Женщина, когда картошка разговаривает. Ты слышишь? Угу. Нет, я аромат это ощущаю. Прямо музы. Аромат такой стоит, что просто кошмар. Ладно, все, что? Теперь уже можно и посолить. И еще немножко Липована. Угу. Аля, улю. Эх ты, что, загасим яички? А все-таки да? Да. Вот ты неспокойный. А будем кушать со сковороды? Рецепт, ну конечно же. Как рецепт из детства, да. А ты знаешь, как я когда приезжал к маме угу. в Мирное, и как вот вечером Липование садятся ужинать? Как? Жарят картошечку угу. вот так вот, с сальцом. Так не только Липование. Ну, может быть, но я говорю за Липование. Угу. По стаканчику вина наливают, хлебушек домашний, так вот всей гурьбой. Целый день хороший был, рабочий такой, да. И садятся вечерить. Только, что ты ржешь? Ну. Все? Как все? Фу, это ты? Что я? Картошкой пахнет. Вечеришь от радости. Ох, Катюша, Катюша. Вот эта вот печка, приготовленная Славиком, рожденная Славиком, его руками золотыми, гончарными, вот наводит тебя на шикарную мысль. Мы сейчас стояли втроем, это было за кадром, и такую себе беседу, философскую беседовали. Я, Алина и оператор. Катюня. Да, я, Катюня и Алина. Ты поняла? Короче, мы втроем. Вот оно тихо шкварчит, аккуратненько, приятно готовить. И мы вот стоим и рассуждаем, что вот вся жизнь, это не погоня за чем-то там. Вот, типа там вот будут у меня деньги, куплю квартиру, вот потом и детей заведу. Ребята, да не будет ни денег, ни квартиры, еще без детей останешься. Сразу надо детей заводить, а потом будут и деньги, и квартиры. Так что никуда не летите, вот оно все, как должно быть. А весь этот процесс, вся наша жизнь, каждая минута. От того, что нужно получать удовольствие именно от процесса, а не от результата. А результат, он такой быстротечный. Я так это хотел завернуть, взяла тремя словами, меня и победила. Ну, спасибо огромное. Извини, пожалуйста, я если твою речь порушила, Сергей. Не, ну мы с тобой в тандеме. Ну да. Поэтому я ж тебе не мешаю, ты молодец. Это я там туда-сюда могу там наговорить. А ты раз красивенько поправила, и люди все поняли. Ты шо? Осталось шо? Осталось, короче, Игорька Копченого хорошим добрым словом вспомнить. Игорь, благодарочка родненький. Игорь Копченый? Игорь Копченый, да. Это ж заехал он. Интересно, как у него фамилия? Вчера. А никому уже не интересно. Все его знают, как Игорь Копченый. Я вам сейчас объясню, почему. Это что, вяленая, слушай? Да, это вялка. Вялка? Угу. Ты сейчас будешь ругаться, что тоненько? Мне отпал. Я не буду ругаться. Катюня, но это и едят. Ну, это не грызут, это вкушают. Просто это аккуратненько. Это прям сосуд, я бы сказала. Да, это можно и так сказать. Глиняный. Какие-то прямо джерки. Угу. Да. Ну, если подсушить, да. А это, не знаю, это, хамон одесский, ты понимаешь? А ты принёшь тарелочку под это? А мы с досочки это будем кушать. И со сковородочки? И со сковородочки, и да. И вот это чайными ложечками, да? И вот это вот... Вот так, да? По-свойски. Знаешь, чем? Чем? Хлебушком.
А у нас нету. Ух, ничего себе. Какой ты запас. Катюня, итальянская. Елки ты палки. Брускетта. Вот когда не надо, молчи. Чего это? Ну сейчас весь мир за тебя ржет и тихо падает там в обмороке. Какая брускетта? Ну, чиабатта. Брускетта и чиабатта, да. А брускетта как выглядит? Брускетта, угу. Это та же чиабатта. Угу. Вот так вот, смотри, берешь. Угу. Тихо. Ну. А потому что стола у нас еще нет. И дальше. И вот сюда. Угу. Вот так вот берешь, там помидорочки аккуратненько, томаты по-итальянски, угу. Как говорят, красивенько рубанные, вот так вот с базиликом, с пастой, с пестой, ух ты, перемешал там кусочек сыра, там что угодно немножечко. Взял вот точно так же, вот это вот коротенько. Смотри, если бы, как я говорю, это уже совсем другой рецепт. Если бы сейчас у меня были помидоры или итальянские томаты, да не надо, понимаешь, вот эти помидоры. Немножко базилика, соус пестой или бла-бла-бла, угу. Я хочу, чтобы ты запомнила. И вот это вот теперь засыпай любой подливой, любой. Хорошо, давай я покушаю пока. Это будет брускетта. А хочешь? Ага. Я тебе не добавил. Картошечки жареные с яичком вот так вот. И шпаклинуть все это, чтобы у тебя не высыпалось то, что ты сейчас делаешь. Я старался, Игорь коптил. Эх ты, дырявый рот, что? Рекламная пауза. Я ну ладно, почмякай. Это, Алиночка, хамончик. Игорь Копченый наш. Самый лучший человек в Одессе, кто коптит. Делает. А ладно, не про меня. Ребята, кому интересно, да, я под описанием видео оставлю контакты Игорька. Если ты в Одессе, так еще и бесплатно доставит. А красиво так, это чиабатта, это тоже. Тихо. О, спокойно. Не догони. Как это? Не перегоняйте оператора, елки-палки. Да, это чиабатта. А она со мной чуть-чуть не поспорила. Я не спорила, я просто сказала. На полпачки майонеза. Что это? Это брускетта, чтобы я. Не, ну брускетта это готовится. Правильно. Да, какие хочешь там разные. Алиночка, я назвала этот хлеб брускеттой. Ну, правильно. Главное, чтобы вкусно было, да? Вот Миланя точно говорит, что брускетта, да? Ну и шляпки, это из-за яйки такие. Что такое? Так, я, кажется, готов уже вас куда-нибудь позвать. Давай уже, позови нас, мы уже ждем, не дождемся, когда ты нас позовешь. Да. Эх ты! Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Короче, ты ароматы посылай на весь мир. Нашей замечательной, вкуснейшей, необыкновенно классной картошечки. Всем тем, кто принимал участие, огромное спасибо. Всем пока-пока. Эх ты, не дождетесь. Фишер марципан. В одной хавире повезло блатному Ваньке. Удачно он проворотил скачок. Он снял пивную в самом центре Молдаванки. Туда сходился весь пивной народ. А Зухин, увы, на Шмеринку поедет. А койшин, гибен, чемодан. Ты что, снимаешь? Да. Да подожди ты. Дай хоть попробуй, вдруг не получилось. Так как могло не получиться? Да я шучу. Прямай. Спасибо. Ребята. А я даже не знаю, а что тут надо? Просто что-нибудь прикуску? О, тихо-тихо. Ну? Ваше здоровье. Интересно, только у меня сейчас слюноотделение такое активное. Я думаю, нет. Слышишь? Ну вот, чтобы меня покрасили. Вот, когда закрываешь глаза, даже самый коренной испанец от полюбасу таки перепутает и скажет: «Донна Белемора, это наша продукция!» Угу. Да не надо так орать. В Одессе на привозе. Это можно будет взять. Самая настоящая липованская вечеря. Алиночка, короче, я вас не отвлекаю, но я вас таки жду. Ага. У них там с Федота на Якова с Якова. Миланька развлекалась, да. Алиночка, может, наверное, надо ей картошки? Ну да, что вы воду да воду? Может, она икает от того, что ей пахнет, а дают ей воду. Ребята, ваше здоровье еще раз. Вон, Алине, я вилочку натыкала. А сладкая? Так, Катюня, я сейчас еще одну попробую. Это Алина пусть сама все доедает. Ты что? Я доедаю? Не, она переживает, что я вас не угощаю.
Это чистая вилка уже с наколотой картошкой, это все для вас. Тогда человеку немножко порадоваться с ребенком. Короче, друзьяки, все души, с хорошим настроением для вас сегодня готовил. На великолепной штуке. Я так толком и не знаю. Славик, как она называется одним словом? Печка. О, извини, ты не Славик, но ты, конечно, права. От всей души, с хорошим настроением для вас сегодня готовил картошку с рецептом из детства. Одесский Липован. Всем пока-пока. А тебе, оператор? Брускету. Брускету еще тут доедать и доедать. Всем пока-пока. Чао.